Администрация и профсоюзный комитет открытого акционерного общества «Торгмаш» поздравляет с 65-летним юбилеем Тамару Ивановну Полыко. Поздравляем с юбилеем очаровательную женщину и просто замечательного человека Тамару Ивановну. Хотим пожелать вам женского счастья, достатка в домашнем быту, большой радости на сердце, красоты и цветущего здоровья. Пусть каждый день будет особенным и светлым. Любовь укрывает теплотой и сладкой негой. В этот светлый праздник, в который все спешат пожелать всего того, что так необходимо жизни, мы хотим пожелать крепкого здоровья, успехов и удачи. Но самое главное – пожелать женского счастья, которое так важно. Пусть оно сложится для вас из всех тех моментов, которые дороги вашему сердцу. Вас, дорогая, с юбилеем поздравляем! Неустанно вы трудились, очень многого добились. Заслужили уважение и почет вы без сомнения. Вам желаем много счастья, всегда бодрой оставаться, энергичной быть, активной и, конечно, позитивной. 70-й юбилейный день рождения встречает Владимир Павлович Капуста. Владимир Павлович, с юбилеем вас поздравляет Ольга. Дорогой Владимир, спасибо, что ты есть. С твоим появлением в моей жизни мир стал теплее и добрее. Так как сегодня ты юбиляр, то прими мои самые искренние пожелания. Хочу собрать наилучшие слова и подарить их тебе. Для начала я пожелаю тебе вечно хорошего настроения и неисчерпаемой жизненной энергии. Я знаю, что ты очень добрый. Пускай же твоя доброта украшает каждый твой день. Я знаю, что ты чуткий и внимательный. Пускай твоя чуткость и внимание дарят тебе бесчисленное количество счастливых минут. Пожелаю тебе и успеха, чтобы он всегда сопровождал тебя во всех начинаниях. Пускай на жизненном пути тебе встречаются хорошие люди. Я желаю тебе оставаться таким на протяжении всей жизни. И тогда госпожа удача будет твоей верной спутницей на многие года. Ее величество любовь будет всегда жить в твоем сердце, а ее высочество счастье никогда не покинет тебя. Пускай все твои мечты превращаются в планы, которые, несомненно, исполняются. Всего наилучшего, что можно пожелать, я желаю тебе сегодня. Мой милый друг, родной мой человек, желаю в день рождения твой, пусть счастье в дом придет навек, удачу прихватив с собой. А сердце пусть наполнится любовью, и сбудется заветная мечта. Пусть ангел бережет твое здоровье и процветание сопутствует всегда.